Всем-всем наидобрейшего денечка. Заходила в магазин для садоводов за семенами и увидела вот такие вот штучки. Микрозелень. Взяла три вида. У них только три и было. Базилик, креосолат, руккола. Написано урожай через 7 дней. Вот такие бочонки. То есть сразу же с емкостью для проращивания. Семена. Но потом посмотрю, как это, что делается. То есть уже открою отдельно это все. Сегодня не до этого пока. И потом расскажу, что это и как это. Такая одна баночка стоит 60 рублей. То есть вот такие три штучки купила. Ну и, конечно же, не удержалась. Прошлась по семенам. То есть это... Хотя хотела купить только лобелию. Правильно, наконец-то начала говорить. Где она у меня тут? Так, несколько видов взяла. А, вот в конце. Взяла все, какие были. Попробую ее посадить. Ни разу в жизни не сажала такие цветочки. Они у меня росли. Синенькие. Беленькие еще были. Но беленькие сразу же в первый ураган погибли. А вот синенькие долго были. Почти до конца лета. То есть вот они. У меня разные семена этой лобелии. Попробую. Потом прочитаю, как сажать. Если у кого-то есть советы, всегда рада вашим советам. Ну и, конечно же, всякие маленькие, попросила, говорю, дайте мне комнатные, балконные томаты, перцы, баклажаны, в общем, все, что у вас есть, вот такое балконное, микроскопическое. Девушка мне много чего надавала, тут помидорки, перец, вот такой вот еще перец красивый, вот прям прекрасивый, вот такой малышковый, помидорки, но когда я пришла домой и стала уже читать внимательно, видимо, девушка просто у себя разложила, которые видела маленькие, так и посчитала, это комнатные. То есть у нее отдельная полочка с комнатными помидорами, комнатные перцы. То есть это вот. И эти вот семена она тоже дала мне, но они все высотой больше 2 метров. Вы представляете, ну какие же это комнатные. Я думаю, это я посажу, попробую попозже уже, чтобы на улицу сажать, не дома. Ну, то есть, как попрут в рост, куда мне их девать. Поэтому я их пока отложу. То есть, это я без претензий, надо было сразу же читать там. То есть, это никто никого не гнал из магазина. Ну, просто говорю, что будьте внимательны. Потому что вот одна подписчица говорит, ой, так есть комнатный, я тоже теперь хочу посадить. Только что смотрите на всякий случай. Потому что вас могут... То есть просто подвести и дать вам другие семена, и вы будете ждать, а у вас будет дерево расти, а вы будете ждать маленькая растеница. Ну, а тут вот все маленькие. И для удобства я уже вот написала все такие вот записочки, чтобы приклеивать. То есть какой томат, какой или перец, да, и какой рост. Вот видите, даже есть томат 25-30 сантиметров. Балконное чудо где-то оно здесь. Вот оно. То есть прям малышок-малышок, то есть будет прям в горшочке, можно на подоконничке выращивать. Вот эти перчики тоже очень небольшие, не помню уже сколько, но... А вот 15-25 сантиметров, вы представляете? И съедобное это все. Так что вот такое у меня пополнение семян. Ну, тут еще кукурузу бесконечную я покупаю. Вот такое купила микрозелень на окне, 4 урожая, Маш. То есть бутерброд нарисован, что можно в бутерброды класть. Но. Ну, а тут вот еще какие-то помидорки. Это я просто еще... Там на некоторых вообще нет какого они размера и роста. Не знаю, это не это. Врать не буду, через телефон сложновато. Но. То есть буду все смотреть, еще перепроверять. Некоторые отложила такие черненькие. Смотрите, какие хорошенькие. Карликовый томат написано. Вороний глаз. Не помню, смотрела. А, 30-35 сантиметров. Посмотрите, какая прелесть. И черненький, интересно же. Любопытно же все. Ну, вот такая у меня докупочка семян. А всем садоводам хороших посадок, вам больших урожаев. Кто дает советы, всем огромное спасибо. Правда, от души. Ну, а кто ничего не знает, как я, будем учиться вместе. Возможно, кто-то научится на моих ошибках. То есть... Всем добра, удачи и счастья!